Ух ты! Какие люди! Давненько я тебя уже не видел. А, ну, я просто в отпуск уезжал так-то. Предупредить тебя, наверное, забыл, правда? Вообще, что-то из головы вылетело, честно говоря. Да не переживай. Я подписан на твой телеграм-канал и видел уже фоточки с отдыха. Поэтому следил за тобой, как ты там хорошо отдыхаешь. Ну что ты, набрался сил? Готов к новым приключениям? Ну, когда ты меня об этом спрашиваешь, я даже не знаю, как ответить. Потому что каждое задание, капец, просто жестче предыдущего. Ну, наверное, готов. Хорошо. Я как раз такое для тебя подготовил. Сегодня у тебя будет очень интересное задание. Такого ты еще не делал. Ладно, окей. Слушай, я вижу, ты уже на улицу даже выходишь. А что, власти уже перестали гоняться за тобой? Метла у тебя какая-то. Дворником устроился? Дворником? Кажется, ты меня совсем недооцениваешь. Да, федералы по-прежнему гоняются за мной. Поэтому вход в город мне точно закрыт. Но на улицу я уже выходить могу. Что касаемо метлы, это не для уборки. Это твой новый транспорт. Что? Какой транспорт? Ты что, прикалываешься надо мной? Я тебе как на метле-то поеду. Она же не поедет никуда. Это метла, блин. О, кажется, ты не понимаешь. Это не обычная метла, а магическая. Та самая метла, на которой можно летать. Метла? Летать? Ты что, вообще приколист, что ли? Гарри Поттера пересмотрел? Такого не бывает ведь в реальной жизни. Еще как бывает. И в этом ты сегодня убедишься. Плюсом к этому для тебя приготовлено новое специальное оружие, которым занимается Петрович. Тебе нужно будет доехать до него и забрать это оружие. А также, ну, если у тебя будет желание протюнинговать твою метлу. Потом расскажешь мне, каково это быть самым настоящим волшебником. Ну или самым главным дворником, раз ты меня таким назвал. Ё-моё, а! Я думал, наконец-то нормальные тачки уже начнутся! Ох, в комментариях, кажется, опять понаписали вообще непонятно чего. Окей, я понял! Если я должен поехать на это задание на метле, я поеду. Ну или как это, полечу получается. Ах, ладно, давай свою метлу, я погнал до Петровича. Только вот, как ей правильно пользоваться-то? Что там, заклинания какие-то вроде есть, да? Авада Кедавра! И чё? Так, подожди, может быть, Экспеллиармус? Да ё-моё, ничего не получается! А метла Леталус! Так, ты чё мне подсунул-то, я не понял? Она не работает! Так, блин, может надо ее взять как-то в руки, что ли? Вот так? Ух ты, не падает даже! Ну что ж, шлем на всякий случай, а то нафиг разобьюсь. Так, попробую. Уааа, нифига себе! Летающая метла, серьезно! Уху! Блин, да я теперь волшебник получается! Хох! Только вот неудобно, блин, на ней летать, капец, я не знаю, как они это делают. Прям реально давит ведь, это ж настоящая метла на дереве кататься. Офигеть. И чё это, я теперь сегодня, получается, на президента буду покушение устраивать на метле? Меня еще больше пугает его слова о том, что там какое-то оружие мне Петрович должен был приготовить. Петровичье оружие! Это ж вообще несовместимые вещи, господи, а что он там мог наделать? Ладно, хорошо, так. Я надеюсь, тут разрешена парковка метал. Ее ж не эвакуируют ниоткуда отсюда. Ладно, надеюсь, что нет. Хух, ребят, ну что ж, всем привет, с вами, как всегда, я, Гост, вот. Сегодня мы с вами опять поедем, как видите, на президента Лозанса покушение устраивать. Поэтому, те из вас, кто еще не поставил лайкосик, ленивые попы, я вот тут болею. Я все равно, потому что вы ждете видосика, поехал на новое задание, хотя очень этого не хотел. Так что все, кто лайк сейчас не влепил, прям реально ленивые попы. Вот, и подписывайтесь на канал тоже обязательно, и не забывайте тыкать на колокольчик.
Вот. И, кстати, пишите в комментариях, знаете ли вы, кто такой Гарри Поттер? Может быть, фильмы смотрели или даже играли уже там в Хогвартс Легаси, да, игрушка вышла. Вот, напишите, или вообще никто не знает про эту вселенную. Интересно вот будет почитать. Хех, ну что ж, все, надо усаживаться, короче, нафиг эту, этот шлем, короче, я уже буду так кататься, летать, правильно, наверное, даже говорить, потому что все-таки, блин, я на метле, я должен выглядеть как волшебник теперь, мне надо еще плащ купить, чтобы он так вот сзади меня так вот так вот делал, да, и я, в общем-то, летал, блин, там эту штуку чуть не сбил, койота. Ладно, все, отправляемся в город и добираемся до Петровича. Еху! Да я уже привык к этой летающей метле! Капец, как это весело и необычно! Оу! Ё-моё! Ау! Блин! Ах! Так, ладно, я понял, не такая уж она и волшебная. Кататься на ней надо всё-таки нормально. Ну или летать. Я пока что боюсь летать в воздух, не знаю, буду ли я это вообще делать. Ох, жесть, приложился, опять весь лоб запачкал. Ё-моё! Ах, Петрович! Давай, открывай мне! Сигналить не могу ему, конечно, тут нету гудка. Петрович! Я приехал к тебе за оружием каким-то. Хох, ну наконец-то! Пустил. Петрович! Ты чё там делаешь? Он что, спит, что ли? Я не понял, а? Ох, ё-моё! Он реально должен мне сделать какое-то оружие! Я же, блин, на президента охочусь! Мне нужна какая-то крутая пушка всё-таки! Ах, Петрович, Петрович, эй, ты! Хватит там чесаться лежать! Вставай давай! Я говорю, вставай быстрее! Блин, поднимайся! Вот так тебе под попу! Все, встаем! Доброе утро, я сказал! Давай, блин! Все, не бей! Ох, ё! Ты кто такой? Чего? Ты пьянь подсборная, что ли? Забыл меня совсем! Ты заканчивай пить, Петрович, с ума так сойдешь, ведь реально! Все, я вспомнил. Да это не из-за того, что я пью. Я просто тебе оружие делал, оно как фигак с меня чем-то непонятным магией какой-то стрельнуло. И всю память отшибло. Я вот тут уснул даже. Ох, мозги до сих пор гудят. А это уже вообще тяжелый случай. Петрович, ты таблетки пей, пожалуйста, а? Ты ж с ума реально сходишь потихоньку. Какая магия? Ты вообще о чем говоришь-то? Я понять тебя не могу. Да и не хочу, честно говоря. Где мое оружие? Мне Доминик Торетто сказал, что ты мне должен оружие какое-то сделать. Давай его сюда, блин, уже. Да не схожу я с ума. Это твое оружие меня чуть без мозгов не оставило. Попросили меня сделать. Ну так я и сделал. Вот оно. Твое новое оружие. Готово и, наверное, исправно. Не знаю, я проверил, неудачно как-то получилось. Ты мне сделал палку? Ты с ума сошел? Я на президента охочусь! Я что я должен сделать? Заковырять его? Или защекотить? У него там охрана миллион! А ты мне палку даешь? Петрович, я умру так! О, знал бы ты, как ошибаешься! Это оружие, или как ты его назвал, палка? Произведение искусства! Все, хватит мне тут надоедать! Забирай ее, я с нее с ума чуть не сошел, тебе говорю! Иди вон, на улицу с ней, играйся! Меня больше не тревожьте такими заказами! Все, я уже старый, мне хватит! Все, бери и уезжай на своей метле, блин, дворник! Вот же ж дед пердет, а! Моей смерти хочет! Ладно, взял твою палку, и сам ты дворник, понял? Это не я придумал! Все, отстань от меня! Ох, ё-моё, а! Палкой, серьезно, на президента? Ох... Ну и жесть, а. Ах, Петрович. Я не знаю, что сказать, короче. Ладно, все, закрывайся давай. И спи тут дальше, понял? Я не приеду больше сюда. Все, мне хватит. Ах, надеюсь, мне поставят могилу в каком-нибудь красивом, живописном месте. Потому что после этого задания я точно не выживу. С палкой на президента, ё-моё. Ах.
Ах, а может она что-то умеет? Может это магическая палка? Что бы попробовать, я даже не знаю. Лайка Ставус Максима! Бак! Ё-моё! Никто не видел? Я надеюсь. Офигеть! Она магическая! Нафиг надо туда уезжать, пока копы не приехали! Все, вперед, давай, метла, поехали! Ау! Ой! Блин, придурочный! Ты чё через две сплошные-то едешь? Офигеть! Так, давай, давай, садись уже! Все, надо отсюда уезжать! Капец просто! Это реально настоящая волшебная палочка, у которой есть заклинания! Я, кажется, реально недооценил Петровича и каждый раз его недооцениваю. Он так-то молодец, мужик, реально ведь молодец. Ребята, вот что вы думаете про Петровича? Напишите в комментариях. Так-то он уже много раз меня выручал, по сути. Но я не знаю, блин. Он очень странный, конечно, чувак. Хух, ну что ж, вооружившись волшебными предметами, мы отправляемся на следующее задание по покушению на президента. Так, надо сверить координаты и выдвинуться в нужное место. Хох, я надеюсь, что ничего не напутал, но координаты были вроде как этого места. Чё за стройка тут, блин? Здрасте. Что тут происходит? Так, ладно, короче, к заданию было приложено описание, что сегодня президент отдыхает, играя в гольф. Так, а это что? Это что-то какое-то... А, реально, это поле для гольфа! Ну, значит, я правильно приехал, хорошо. Ой, капец, на меня сейчас как на дебила будут смотреть на этой метле. Ладно, может, оно и к лучшему, хотя бы никто ко мне серьезно относиться не будет. Блин, палочку надо убрать, а? А то меня с ней точно не впустят. Скажут, вообще какой-то просто... Вообще ненормальный чувак. Ну все, погнали искать президента. Ты что на меня смотришь, эй? Хватит на меня смотреть! Следит так пристально. Это что за чувак такой интересно? Я надеюсь, что не какой-то там, блин, шпион-агент. Здрасте! Мне бы какой-нибудь магический номер! Нет, ладно, забудьте, я просто пошел посмотреть поле для гольфа и поиграть, короче. Ах, ладно, президент, где президент? Я ничего не вижу. Полицейский тут что-то со стволом решает, капец. Тут можно купить оборудование, да, как я понимаю? Окей. Так, ладно, чё, погнали. Здрасте. Это президент! Только в одежде для гольфа. Так, отойдем в сторону лучше. Куда он пошел? Он пошел за оборудованием для гольфа! Так, подожди, надо за ним последить. Только аккуратненько, а то меня полиция сейчас заметит, что я наблюдаю за ним. Так, что-то берет себе там. Ага, присматривает себе новую клюшку. Хорошо, присматривай. А я присмотрел себе новую волшебную палочку. Если говорить правильно, вообще первую. Так, хорошо, я его очень быстро обнаружил. Это огромный-огромный плюс. То есть мне не придется здесь проводить много времени. На меня меньше внимания будет, соответственно. Короче, это очень круто. Так, президент взял все, что ему нужно, и пошел. Пойдем, президент. Главное не попадаться ему пока что шибко на глаза. Вот сюда, в сторону. Так, блин, что это такое? Магическая стена какая-то. Офигеть. Так, куда он пошел? Тихо, он наверх! Он наверх едет! Так, мне тоже надо в лифт. Лифт, вперед, наверх, давай. Оп, сюда, отлично, все, поехали. Самый верхний этаж. Ладно, хорошо, президент куда-то уходит, вообще куда-то в сторону. Что он делает, я понять не могу. Ой, блин, а там охраны дофига. И что, и как я вообще что должен делать? Как я справлюсь с ним, у меня вопрос. Ладно, хорошо, есть одна небольшая идея. Кажется, президент куда-то ушел почилить, а я сейчас спрячусь в туалете. И когда он выйдет, я просто нанесу ему удар из этой палочки. Удар или волшебное заклинание прочитаю, я пока что не придумал, в общем. Ладно, все, остается просто дождаться президента, пока он там все свои дела закончит и пойдет обратно прогуляться по отелю. Сколько это время займет, я, блин, даже не знаю. О! Ну наконец-то! Капец, я его прождал полчаса тут! Все, достаем палочку. Так, давай, хорошо. Так, и на счет три. А, какое заклинание прочитать? Давай, пожалуй, президентус устроялус максима получи! А-а-а, нифига себе! Что-то как-то сильно, походу, заклинание сработало. Получатус, говорю! Вот так вот!
Что еще? Лайка ставлю под этим видосиком! Вот так вот! И кто-то еще тут на получай! Офигеть! Я маг! Я волшебник! Только я, кажется, какой-то злой волшебник. Я что, Волан-де-Морт, что ли? Ах, кажется, да, ребята, я Волан-де-Морт. Все, в общем, пора отсюда уходить быстрее! Что там? Ой, там уже все меня заметили. Так, а как мне может тут пролезть? Нет, я тут не могу. Да кто стреляет-то по мне? На тебе! Получалось максима, я говорю! Капец, они живучие. Так, все, вниз, короче, погнали быстрее вот сюда. И спускаемся на первый этаж. Блин, мне даже страшно выходить из этого лифта. Ладно, погнали. А, копы везде. Получай, получай. По всем стреляем. Да на, лови уже. Кто тут еще? Где? Кто? По мне стреляют со всех сторон. Так, все, короче, надо отсюда уходить. Ау, 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 ау. Получай. Так, все, спрячемся здесь, короче. О, там еще один. На тебе. Блин, как же это круто. Мне так нравится по ним стрелять из этой магической палочки. Это будет теперь мое любимое оружие. Буду брать его на все покушения на президента. Нет, я шучу, я им сам убиться могу так-то. Ну ж капец, просто какое мощное. Ах, если бы было пучу зеленого цвета, то я бы себя реально Волан-де-Мортом считал. На, получи. Я слышу вертолет. Вертолет, 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 вертолет. Да хватит цветь по мне. Так, все, короче, побежали отсюда. А, вон, смотри, коп. На тебе. Ой, лацанцы такого еще, думаю, не видели, блин. Маги теперь еще, которые до президента покушения устраивают. Это ж вообще просто жесть. Так, вертолету сбивалус. Эй, я сказал вертолету сбивалус. На те, 100 раз вертолету сбивалус. Вот так вот, получайте. Фух, ну все. Теперь точно можно отсюда проваливать. Еще стрелять вот этой палочкой прямо на ходу. Вау, блин, как это круто все-таки. Еще один вертолетус устранялус надо, короче, прочитать. Так, иди сюда, вертолетус. Сейчас мы по тебе постреляем, блин. Если ты по мне стреляешь, да, он по мне стреляет. На тебе, на тебе! И еще, блин! Получай! Хе-хе-хе! Круто! И по этим тоже. Ух ты ж, ё-моё! Я выучил новое заклинание! Это получается что? Это полицейско устранялус! Какой, я не знаю. Самый крутой! Вот так вот, блин! Офигеть! Что? Это что такое? Я могу стрелять и вообще просто жесть как сильно! Все, поехали, я не знаю магических заклинаний, ребята, к сожалению. Ну нет, я знаю, там из Гарри Поттера Экспеллиармус, там Люмус и там, что еще, Авада Кедавра. В общем, вот, ну еще много чего знаю, ну ладно, это не важно. Просто я не знаю, как это опять использовать, ну вот какое-то новое я изучил. Ну, пусть будет. Назовем его, короче, Лайкус. Лайкус! Отлично. Хорошее заклинание. Лайкус! Работает. Еще раз Лайкус! Хе-хе-хе! Мне это нравится! Будем, короче, сейчас всех просто лайками атаковать. Да, ребят, если вы под этим роликом тоже атаковали его своими лайками, отстаньте от меня, я полетел! Так, кстати, я же реально летать, по сути, могу. Правильно ведь? А чё не летаю? Ну-ка, давай. Вот так вот! Уху! Блин, как это тяжело! Ау! Ё-моё, я так точно разобьюсь. Все, ладно, хорошо, я понял. Я лучше буду как-нибудь аккуратно ехать. Не хочу насмерть разбиться. Хотя, знаете, попробую-ка я еще разочек. Метла леталус! Уху! Да, посмотри! Оу! Она летает! Реально летает! Только надо привыкнуть. Капец, как сильно она летает. Жесть! И что, я теперь могу просто летать на метле и все уничтожать? Так, ладно, нет, я так-то хитман, охотник вообще на президентов. Я не должен уничтожать город, это не моя задача. Вау, капец, блин. Так, все, привыкаем летать на метле. Вот так, спокойненько, вперед, хорошо. И просто прямо до убежища. Это так быстро? Да это ж чит. Это просто чит, я уже на месте, чтобы вы понимали. Да, это так легко было сделать. Чё, ребята, поздравляю вас с самым простым покушением на президента в истории. Оказывается, если ты маг в GTA 5, то ты вообще можешь запросто уничтожить президента. Вы сами сейчас стали свидетелем этого происшествия. На тебе, лайкусам! И кому еще лайкусам? Кто хочет еще лайкус? Ты хочешь лайкус? Хейтер вонючий, получи! Вообще легко. Ну вот так вот, это заклинание только на хейтеров работает, чтобы понимали. Лайкус? Отлично, там еще раз лайкус. Все. Все, пора, короче, отсюда уезжать. Меня, ну, точнее, улетать, а то меня сейчас копы тут застрелят, нафиг, я не хочу, все-таки я не бессмертный. Так, вперед, давай! Прямо до убежища! Вау! Через все пролетаем. Хох! И теперь вот сюда, вниз, катакомбы! Давай, в подземелье Хогвартса, на поиски дневника Волан-де-Морта.
Вот так вот все. Это моя тайная комната. Теперь я тут буду, короче, жить. У меня тут свой будет собственный змей. Хех, все. Скрываемся. Вот сюда, как можно дальше. Блин, какая классная штука. Мне она нравится. Я хочу себе такую метлу. Она реально офигенная ведь. Вы просто посмотрите на нее. Ох, жесть, как я заморался, конечно. Но, ребята, поздравляю! Еще одно покушение успешно закончено. А вот. И я надеюсь, под этим роликом много-много лайков. Ребята, честно, я вот прям хочу извиниться за то, что у меня голос такой, наверное, противный, вонючий. Я болею, ребята, вот. И мне сейчас прям так достаточно плохо. Вот, вы слышите, да, иногда у меня происходят такие какие-то непонятные срывы голоса. А вот, так что с температурой, блин, с вонючим городом, с соплями этими вонючими... Но все равно видосик для вас сделаю. Поэтому надеюсь, ребята, на ваши лайки, на вашу поддержку. Вступайте также ко мне в телеграм-канал. Ссылочка находится в описании под этим роликом. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы на канале. Ну и, кстати, на канал-то тоже подписывайтесь на этот обязательно. Я вас всех жду в гости сюда. И завтра тоже на новый видос. Ну что ж, всем огромное спасибо, что досмотрели до конца. Пишите в комментариях, что вы досмотрели этот видос до конца, если хотите от меня халявный лайк. Ну что ж, желаю вам всем, как всегда, ребята, удачи, здоровья крепкого, не болейте, как я вот сейчас. И увидимся на новом видосе совсем-совсем скоро, а точнее завтра. Всем пока-пока-пока. Пока! Подписываться.